Я стесняюсь своего тела. А что вы удивились? Вы знаете, сколько вы мне пишете таких комментариев везде, во всех социальных сетях? И я боюсь идти на нудистский пляж. Как на меня там посмотрят? Ну что ж, с вами Мила, и добро пожаловать на мой проект «Записки на туриста». На этом канале вы найдете огромное количество материала про натуризм. И сегодня мы поговорим об этом. Я стесняюсь своего тела. Какая я должна быть? Там, наверное, все красивые, накачанные, спортсмены. А есть еще такое мнение, когда приходят и говорят: а чего я туда пришел, на нудистский пляж? Там какие-то старые тетки ходят, блин, и мужики какие-то старые. И на что там смотреть, зачем я туда пришел? Ребята, натуризм и нудизм. Люди ходят на пляже отдыхать. И натуризм и нудизм – это стиль жизни. Там ни у кого нет желания или стремления показывать свое тело. Но это не конкурс по бодибилдингу. И это не выбор красавицы или красавцев. Люди туда ходят и чувствуют себя комфортно. Вообще, кстати, хочу напомнить всем, кто пишет по поводу того, что «Ой, какие там ходят тетки там или мужики разных возрастов». Один из принципов, который существует и правил на нудистских пляжах – никогда пристально не рассматривать другого человека, потому что это уже неуважение к этому человеку. Люди ходят туда для отдыха, еще раз повторяю. Поэтому те, кто стесняются по каким-либо причинам или первый раз туда пойдут, идите на большой нудистский пляж, ну или с компанией на туризм, и вы увидите, кто там и в каком виде и как он выглядит. Потому что натуризм – это и семейный отдых, и отдых пенсионеров, отдых всех возрастов, но отдых и молодых ребят. Поэтому о своей внешности вам думать не надо. Думайте о своем здоровье, о том, как ваше тело будет отдыхать без одежды. Думайте о философской подоплеке вообще движения натуризма. А о том, как вы выглядите, оставьте это кому-нибудь другому. Но только не себе. С вас комментарии, вопросы. Ну и, конечно же, вся моя жизнь, полная жизнь натуризма, начиная от нудистских пляжей, гимнастики, кончания подводным плаванием на Патреоне. Буду вас там ждать. Ну или на Онли. А, кстати, еще и в Бусти. Там огромное количество уже видеороликов. Пока-пока, до встречи. С вас лайк и подписка.